считают себя воинами. Они не воины, они дети. Ополчение Уайт-Эйл не солдаты. Они ничто. А их лидер, Элай, не герой, а жалкий трус. В них нет силы. Они слабы и станут добычей. Чудом выжил. Как ты? Спасибо. Слава богу. Спасибо тебе. Ё-моё! Я пошла! Прикройте! Спасите! Другой раз, урода.
Спасибо за помощь. Давай! Нас так просто не возьмешь, пусть не надеются. Позицию. Готовься. Пора крошить.
Отец с тобой! Thank you.
готовились к стихийному... А тут сумасшедшая секта. Мне кажется, мы вовремя тут. Эй, подойди-ка. Первым делом сектанты закрыли взлетно-посадочную полосу, чтобы никто не сбежал. Это наш шанс.
делом сектанты закрыли взлетно-посадочную полосу, чтобы никто не сбежал. Lansdowne Charters? Меня зовут Скайлор. Скайлор Корс. Вы, может, обо мне слышали? В общем, у нас тут небольшие проблемы, и я бы хотела арендовать самолет. Для меня и, может, еще одного. Посмотрим. Я заплачу. Много. Больше, чем вы думаете, но мне нужно время. Надо его поймать. Тогда мы выберемся. Следи за дорогой. Остальное на мне. Лучше ходить пешком. Так дольше, но хотя бы тебя не заметят. Уничтожил немало маяков и нанес значительный ущерб секте. Плохие новости. Осталось еще где-то 10 таких штук. Я понятия не имею, где они. Тебе придется найти их. Но когда ты избавишься от оставшихся устройств, с судьями будет куда проще справиться. Удачи. Блин, весело. Внизу!
Спасибо. Я уж жду. Все больше бойцов. Он что, армию собирает? О боже, Скунс! А тебе начинают слагать легенды? Продолжай в том же духе. Вот уж не ожидала. Я рада, что мы можем на тебя положиться. Илай изо всех сил старается сплотить нас, но выживальщиков осталось слишком мало. Будет сделано. Вперед! Твою мать! Сдохни, срань! Да мы вообще крутые! Thank you.
помещусь повыше! Меняю позицию. Надо же, кто пришел. Ты, видимо, хочешь что-то сказать? Этот нытик, глава охраны шале, к счастью, плохо справился со своей работой и попал ко мне в лягушатник. Похоже, там тренируют верных. Если ты видел их в деле, то знаешь, насколько они жестоки. Ты знаешь, что Иаков учил их стрельбе на живых мишенях, чтобы не было мандража после первого убийства. Эти ублюдки не ценят жизни тех, кто не вступил в их секту. Нужно убить их, как собак. Отправляйся в шале. Убей всех верных, которых увидишь. И заложи в шале взрывчатку. А дальше взорви это здание и преврати его в пепел. Как тебе идея? Тебе не уйти! Эй, привет. Славный пес. Только не дай ему нас выдать. Я буду так быстро, чихнуть не успеешь. Если что найдешь. Yep.
много войны. Yeah.
Наши предки сгорели бы со стыда. Им было бы противно. Снова этот шум. Они были бы... Вот чёрт! Прикройте! Я вниз! Прикройте! Мы забыли свои корни. Мы забыли, кто мы такие. Довольно. А сектанты неплохо стреляют! Они хотят этого. Нет, хватит. Я знаю, тебе больно. Бог дал, Бог взял, а? Но он испытывает всех. У меня была жена. Красавица, да? У нас должен был родиться первенец.
Да мы и сами были детьми. Я был в ужасе. Боялся отцовства. Считал деньги. Она нет. Верила, что все образуется. Она всегда верила. Однажды она поехала в гости к подруге. Потом авария, и Бог взял ее. Меня повезли в больницу и оставили в палате с маленьким розовым комочком, утыканным трубками. Сказали, что я должен быть сильным, потому что малышка выживет. Господь сберег нашу дочь. Врачи оставили меня с ней наедине. И я смотрел на дочь. Такую беззащитную, невинную. У нее был только я. Никто из ниоткуда. Ни с чем. И в тот момент я понял, что это испытание. Бог указал мне путь, а оставалось лишь сделать выбор. И я возложил руку на ее головку. Склонился, вдыхая ее запах. И мы молились о силе и о мудрости. Я вдруг все понял, постиг Божий замысел. Я взял пальцами пластиковую трубку, прилепленную к ее ангельскому личику, и плотно сжал. Она начала бить ножками еще. И все. Покой, пустота. Господь дал, и Господь взял. Боль нашей жертвы – это часть испытания, проверки нашей способности служить Богу, чего бы Он ни просил. Ты справился. Жертвуй слабым.
Неплохо. Убьем слабых! Хорошо. Да. Убей, убей! Жертвуй слабых. И его армия вышли из-под контроля. Им никто не указ. Помощник, это Элай. Решил проверить, как у тебя дела. Тебя давно не было видно. Ополчению не помешает твоя помощь. Внизу! Смотрите, доберись до волчьего логова. У нас найдется, чем тебя занять. Ты покойник!